И еще одну спортивную медаль завоевал для России красноярец Николай Алюнин. Он взял серебро в сноуборд-кроссе по итогам второго старта на этапе Кубка мира в немецком Фельдберге. Алюнин в главном финале проиграл лишь французу Пьеру Вальтье, бронза у Льюиса Мартина Тарока из Андорры. В субботу Алюнин победил в первом старте в Фельдберге.